Первоуральске завершились капитальные ремонты трех медучреждений городской больницы. Работы начались в прошлом году. Обновления прошли по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы завершены в поликлинике номер 3 в микрорайоне Динос. Здесь вместо деревянных окон, которые стояли больше 30 лет, установили новые пластиковые стеклопакеты, отремонтировали крыльцо и кровлю здания. На эти работы ушло более 9 миллионов рублей. Обновили фасады и заменили окна также в отделении общеврачебной практики поселка Белимбай. Понадобилось около 7 миллионов рублей. В городской поликлинике номер 2 провели ремонт кровли и нескольких рентген-кабинетов. В них установили новые цифровые маммографы и флюорограф. В целом на проведение ремонтов в первоуральских медучреждениях в прошлом году было направлено около 70 миллионов рублей.